Приехал в Снежинск. Сарафанное радио работает. Пригласили. Такой пианинка. Нежданчик, конечно, в наших краях. Это Вебер. Южная Корея. Состояние молотков. Очень даже ничего. Где-то год назад, как мне рассказывали, оно было привезено из Москвы. Там кто-то его... Ну, видно, что работали с ним. Так, в общем... Женский инструмент, владелицы прекрасного пола. Я думал, это, честно говоря, спиннет совсем низкий, у которого механика там дурацкая, ниже клавиатуры, которая находится. Но здесь так, в общем, все классика. Так что, по крайней мере, легко будет обслужить. Вот уже сломался шток правой педали. Пластмассовая часть вставлена туда была. Ну и на нижней части тоже пластмасса, ее ждет та же участь, так что я здесь термоклеем, наверное, буду приклеиваться, укреплю заранее. И на штоке левой педали та же петрушка. Пока ничего не сломалось, надо укреплять. Здесь, наверное, стальной хомут поставлю. Вот. Модератор. Мне понравилось крепление. Ну, потом, попозже, наверное, покажу. Вот он. Здесь на единственном винте крепится и очень легко снимается. Гайка откручивается, и он целиком снимается. А там механизм сам не мешает никак работе. Вот это остатки механизма клапа. Он здесь такой выдвижной, но целиком не стал снимать. Лень. Ну вот, что интересно, конечно, ушли почему-то регулировки механики. Я думаю, инструменты все-таки московские мастера отрегулировали. Но клавиатура вот так в центре диапазона сильно провалилась. Как бы, может быть, он просто не обыгран был. Опять же, всего год прошел. И не так уж тут часто-то играли. Ну, не знаю, в общем. Если хозяйка даст добро, все сделаем как надо. Высота клавиши здесь тоже такая на пределе. Вот справа. 19 миллиметров, и то вот она под весом линейки опустилась. А здесь вообще почти что 17, то есть это на самом деле вот так приподнято должно быть. Выше, чем сейчас левая клавиша стоит. На самом деле здесь зазорчики-то приличные. Из-за этого на некоторых клавишах дребилирует. Ну, видно вот эту тенденцию к подбою. Вот он дребель. Видно, но это все уйдет, когда высоту подниму, появится нагдруг автоматически. Штейнг здесь в районе 47 миллиметров в центре. Вот, вот так, в принципе, есть еще такие стучащие молотки. Сейчас. Но это не отклеенный молоток, это просто стучит капсуль, который за зиму, видимо, ослаб. Здесь один такой же был, я его протянул, он утих. Так что, ну все, протянем механику, все наладится. Ну вот, с настройкой попозже. Я сниму исходный вариант. В принципе, все в строю, более-менее 434 Гц нот-а-ля. Можем даже в камертон сделать. Два раза прийти придется. Вот. Значит, вначале, ну, педали вот сегодня починю. Попробую, попрошу девчонок поиграть, записать, как оно исходно звучало. Сейчас пока все пылесосить буду, протягивать. Уже чугунную раму протянул везде. Внизу, кстати, слабина приличная была, вот в районе басового штега. Несколько десятых миллиметра я точно добавил вот по струнному друку здесь. Еще хотел предложить прокапать цианокрилатом вот эти дисконтовые шрифты, но вроде все нормально тут. Фальшивых нот немного. Thank you.
А вот эти скрипы, они были до этого? Были. Ну, ты тоже все уберем. Она тяжело ходит, педаль. Смазывать надо все. Thank you.
Я бы сказала, что это Красивая пианинка. японский.